Алюминий – элемент таблицы Менделеева с атомным номером 13. Обозначается символом Ал, по-латински «алюминиум» – самый распространенный металл в земной коре. При этом в чистом виде в природе алюминий не встречается, только в соединениях с другими химическими элементами. Впервые алюминий был получен датским физиком Гансом Эрстедом в 1825 году. Новый металл серебристо-белого цвета оказался очень легким. По мере развития технологий выяснилось, что к тому же он легко поддается литью. Сегодня нашу жизнь сложно представить без алюминия. А ведь еще 160 лет назад не существовало промышленных способов его получения. И поэтому, когда в 1855 году на Всемирной Парижской выставке впервые были представлены 12 маленьких брусочков алюминия общим весом около килограмма, на них смотрели как на редчайшую драгоценность. Более того, витрина с алюминиевыми слитками соседствовала с бриллиантами французской короны. Алюминиевая фольга может быть в 5 раз тоньше человеческого волоса и при этом благодаря термоизоляционным свойствам значительно продлевать срок хранения многих скоро портящихся продуктов. Я Андрей Бельжо. Смотрите «Науку 2.0» в новом году. Интересуйтесь жизнью во всех ее проявлениях в новом году. Больше улыбайтесь, будьте здоровы. И держите себя в руках. Всегда.